Марсиас 3 кинешь обмен. Сумоньте всех на магика. Кому-то магик Я нужен, помню. эмоб. Уже должны написать, кому магик нужен. Значит, никому не нужен, Саша. Не, давайте печеньку в разы пишем. Давай, выпала печенька с магика. Допустим, выпало. Дексиона 3К ставит. Ну, 8, конечно, сразу бы. Подписывайте, пожалуйста. 9, чтобы понятнее было. 9,6. 9,8, дядя Стэн. Раз. 9,8, 2. 9,8, 3, дядя Стэн останешься. По-любому тогда. Блять, 200 ЕП не хватило. Сейчас... Да-да, я полил эти моменты, поэтому я сказал, давай разъебашь. Сколько за жезл ему бой ставишь? Я... Ну, я 3500 давай. Сколько у меня там есть? 400 у меня. Все фул ЕП ставлю. 5К ему бой раз. 5К ему бой два. Ваксар 6. Эмобой... Я могу уступить, если надо. Не, ты танчиться станешься по-любому. Эмобой 7. Ваксар 8. 9 эмобой. Раз. Два. Три. Лера, ты как раз и уступишь там. Оставайся уже. Раз здесь остался, будешь гриппать. Все, ему боя вместо Леры. Лера 9,8 написал. Ну, блядь, ну... Я очень медленно считаю. Ну, чё вы тупите? Поздно уже. Ждете просто непонятно чего. Ну так, блин, ну же ж не первый раз просто. Смоньте ее у Фолога Рунмейда. Полетели. И закиньте меня в пати, чтобы сама надо. А, ты не в пати, да. Сейчас ко мне. Вместо кого-нибудь. Вместо меня можешь? Нет. Вместо меня можешь закинуть, его поставить на мобов. Ну да, давай. Да, давай, дядя Стэн вместо Пети. Петя называется за меня. Ну, Локи, блин, что вы ждете? Поставьте шкаф. 10 штук, блин. Время только свое же тратим. Быстрее все закроем, да будем свободны. Сейчас досумоним на Йоми и дядя Стэна полетели. И в танка, да, получается? Да, дядя Стэн, ты еще кинь за запом ярня. Давай запом сразу потом, если босса кину. Так сейчас кинь. Не бойся. Полетели. Здесь можете весь трэш собрать. Я соберу справа. Уфол. Назойливые насекомые. Освободите меня. И я, быть может, дарую вам. Да, этот детектор мощная хуйня. Нас полностью. 350 СПД на фул тайм висит. Почти. Ну, фул тайм это сколько их штук? Ну, 5 времени?
Сколько, господа, сколько? Но... Там примерно штук 5 300. Надо, чтобы в рейде было. Так они не будут. Ну вот. Да, ну, нет, он плохо работает. Хватит нахваливать. Да схуяли плохо, нормально. Ну раньше нормально. Он ужасная триня, почти не работает. Ну, как-то не работает. Ну, нахуй никому не нужна все. Да, нахуй никому не нужна все. Не, еще не хватает. Если никому не нужна, я заберу. Еще одну-две штучки и было бы вообще замечательно. Да, буквально на секунду. Тем более в рейде вечер. Никогда никого нету, кто с ним, так что этот. Ну. Я понял одно, что я нихуя не танчу, пойду я мой этой поскрипаю, блядь, КДшку. А я, блядь, не один моб. Забери с меня мобов, я пойду скрипать. Ну, ты челипа кто-нибудь, любой кто-нибудь. О, спасибо. Это, ребята, а чем мы ходим в Коржан, только на погибель, не ходим за этим, за Долгоногом, еще там куда-то? Потому что времени у вас недостаточно и... У вас, ну я сводил бы, но видишь, мне тоже на этой неделе пришлось 2 зломана сводить. Ты предложил мою идею платить ЕПшки? За каждого убитого босса. Он прям нужен статик, блядь. Вот без всякой пизды. Вот чтобы люди, хотя бы 10 человек, собирались 2-3 КД, сходили вместе, собирались и фармили его. Ну я планирую на этом КД свою пачку завести сюда. Уйти там, блядь, на 4 часа, блядь, и бить 5 боссов с горе пополам. Ну, я хуй, такое себе. Сегодня после РТ пойдет кто ГМ обычку? Если пойдем так, как сейчас идем, то возможно мы все и пачку успеем сходить, грубо мою кабычку. Какие, вот токены, какие токены? Ролл, какие не ролл? Все токены, по-моему, также пойдется за ИП и по тем же правилам. Полетели. Все третья пати может сапроты выпить. Что-то какой-то бред, у меня, короче, забагалось, у меня... Нет, тоже забагалось. Несокрушимая броня... КД жмет. Непрошимая броня вообще... 2 секунды КД проходит, я да? Я специально эвейдил босса вам, пацаны. Да-да-да. А, это ты эвейдил? Ну, босса эвейдил, чтобы с КД сбрасывается. А-а-а. Думал, бля, баг какой-то. Короче, Румейн, я чего... Хотел тебе сказать, смотри, типа, горожан не нерфанули вообще от слова совсем. То бишь, если туда пойдут хотя бы 3-4 человека, которые, блядь, не жарят, это уже пиздец. Да мне не привыкать, я же уже ходил столько раз. Смотрите, третья пати, ему бой, ты тоже на кубе стоишь. Так. Для тех, кто первый раз здесь с нами, сейчас рыбу ставлю, давайте фул ребаф. Заливаем трэш вначале, трэшу приоритет сбивать каст исцеление тьмой. Квадрату сбивает у нас Ю-Ю, рунмейт сбивает крестику, Женек сбивает ромбику, дядя Стэнпа сбивает штрусам, мистер Бонс сбивать будешь в уне.
Скибиди еще тоже с фласками ДДшными. Так вот, мы бьем босса, на кастеров будет вешаться скилл печать Максимедона. Когда 2 секунды каста остается, 100 пути каста, потому что сожгет 50% маны и столько же нанесет урона. Также босса будут активироваться порталы. С этих порталов будут выходить мобы. Мобы всегда в приоритете, заливаем мобов. Левый портал, когда активируется, там выходит 4 моба. Нужно будет их напуливать на танка. Первому мобу сам позбивает Дедистен каст, второму позбивает Женек, третьему Мистер Бон, четвертому Полинор. Вы напуливаетесь мобов и заливаете. На мобах будет у нас дядя Стэн. По боссу первый танчит Юю, второй будет танчить Рунмейт, третий Уфолок. Потом, если активируется центральный портал, все отбегают ближе к центру, то есть не стоят со стороны центрального портала, и заливают по черепу. Я дал помощника Войду. Он будет ставить череп, кого заливать. Заливаете череп. Смотрите, там будут выходить волны, эти волны старайте урон не лутать от них. И дальше будет активирован последний правый портал, точнее, там будут выходить бесы. Все бесы их не бьем, пока не выйдут все бесы. Вышли все бесы, их никто точно не станет. Все играют только через АОЕ. Первый застанет дядя Стэн, второй застанет Барменталь, третий застанет Зорик. Через гнев небес. И заливаем через АОЕ. Когда у босса 50% здоровья, будет нужно будет выбежать в квадрат. Ну, все. О, можно фласку на АПЛ уже не надо? Да, да. У Юю возьми. У Юю. По ССам Дексиона по Уфологу, Джанка Рунмейду, Шачлон Юю. Если Эмобоя ставь свой СС, если там какой-то упадет, он встанет, потом ему заменит. Пристабафа нет. Ну дайте. Сейчас зайдет. Все, дайте дебаф. Сопроту уфолога возьмите. И косты сбивайте. Вот вначале череп поставил сюда. Вот эту метку заливаем. Да, мы потом ЛВК. Чего не хватает тебе ему бой? Дайте пристабав по ему бою. По всем. Послушай, у тебя какие-то проблемы, ты вылетаешь все по КД. Да. Ну так все, скажи, что ты время тянешь. Не заходи пока. FDK, давай в рейд. Сумоните FDK. Войд, прыгни в ДЦшник. Да я уже зашел, Войд, все. Ну так есть, нормально все. Да. Давай FDK обратно. Что задерживаешь? Войду, дайте Войду все свободные инеры. Прям все. Все, все, полетели. Он не становится нормально. Косты сбивайте, главное, сидите за огром своим. Это Саш Герда, как босс активируется, да? Забыл что-то. Да, да. Да. Дядя Стэн, нажми и машь его. На всякий случай. И ДКшник, он же и Женёк просто. Коля тоже кастует бомжей. Здесь старайтесь точно заливать метки. Череп. Потом другой череп. Может это есть. Косты сбивайте, исцеление тьмой. Я не знаю, кнопки тыкаю. Картинки нету. Бывает, мне тоже не дадут. Каст сбивайте. Каст опять прошел. Некогда. И залпа, исцеление тьмой сбиваем.
Да играйте точечно по чаротворцам. Не играйте через ЛЕ. Все. На мобов можете забить, триньки не активировать. Дали Геру. В лужах не стоим. И следим. За печатью Мактиридона кастеров касается. ПСки что-то. Гера сейчас включена. ПСку закидывай в любого. Кусяло закинуть, потому что я на кубах в декур сидеть буду, там много бегать. Поэтому вообще забей на меня. Напоминаю, послушай, кусяло иннер постреле, залей. Ты должен щитовать танка во время каста в него. Следующий танк, когда заберет, будет, будут кубы, приготовьтесь к этому. Скоро кубы будут, бесы, стоим, бьем босса, пока все бесы не выйдут. Прожали кубы. Все там? Все отпустили. Бесов никто не трогает пока. Первый стан, напоминаю, дядя Стэн, потом Барменталь, потом Зорик. Зорик, прохильте. Последний бес выходит сейчас, не будет так портал закрываться. Побежали. На пулы в дядя Стэна, все через АУЕ играют. Только АУЕшками, и не станете их. Поночите там, когда станы отдавать. Давай, Барменталь. Еще один в рейд. Бес один в стороне, бес в стороне, нахуй. Нажми массейв, Коля. Хорошо, все. Добили его. Подбегайте ближе к бесам, чтобы они, если сорвались, стояли все в кучу. Скоро будет вспышка. Нажали. Отпустили. Все, на пул мобов. Подвели босса туда. Играем по мобам, косты им сбиваем. Паша, нажми массей. Босса заберите. Босса. Моба заберите. Нажми Зорик массей. Вставай, рунмейт. Ребаф его, и по нему эмобой за кастой СС. Сразу. Блять, мистер Бонд. Маша, дай БР по мистер Бонду. Ребаф его. Дайте ребаф по мистер Бонду. Не лезь иннер по стреле залей. Вспышка скоро, приготовьтесь, добивайте мобов. Снова эти же мобы. Прожали кубы. Отпустили. Сразу не врывайтесь, следите за своим агром. Наоми, нажми гимн на Аману. Блять, я раньше затанутил, сорян. Мобом косты сбивайте, а Коля, если есть, есть баунт, нажми.
Дюмик, ты следующий забираешь, да? Дюмик, ты следующий. Блядь. Я заберу. Все. Рубахните еще раз рунмейда. Моп один сорвался в рейд. Пиздец. Не лежь, дай БР по шнуркам. Даже не бил, чаржем не убил. Войд. Не лежь. БР по шнуркам. КБ. Кого ты отдавал? Ладно, Андрей, дашь ты, значит, БР. Все, ребафните. Шнурки. Скоро будет вспышка, приготовьтесь. Если есть у кого-то свободный массейф, отдайте. Опять этот портал, сука. Прожали вспышку. Отпустили. Декурс Марсеза. Так, Кусяо Иннер все отдал в стрельбу. Хорошо, молодец. Паша рунмейт, если есть сейф, отдай. Я вихрь даю, он Кусяо. Не убивает. Да, тихо, Кусяо. Кусяо, дай БР. Риба. Добили мобов. Наеми, нажми гим на хп. Если есть свободный массейф, отдайте. Скоро будет вспышка. Но мне не показывает БР, не леша, если есть, не леша, дай. Подекурсите кто-нибудь, прожали. Отпустили. Добили мобов. Маны. Нажми Game Void. Не качайте, не взрывайте. Ребят, 2%. Так, босс. Босса уведите отсюда вообще, от этого, в центр куда-нибудь. Не трогайте босса, не уешьте пока. Убивайте демонов. Босса заберите. Все танки, которые танчат босса, стоите и танчите там же босса. В центре. Босса никто не трогает, убивайте мобов. Маша, побудь на декурсе, я побью мобов. Моб сорвался один. Так, не леша, дай Иннер попослушай. Пышка будет, прожали. К стенке перевелся, фаза нахуй. Перебежали все в классику, и массейв отдали. Нормально, бежим, массейв отдали. Мобов вначале приоритетом добить. Тут один вот. Танки продолжайте танчить, смотрите, в лузу не отлетите. Каску порогом дайте. Моб по рейду гуляет. Причини. Моба забрать. И косты сбивайте ему. Плюс в луже не стойте. Смотрите, в большие эти зеленые лужи не отлетите. Танки. Все, нормально. Сейчас просто по очереди отдавайте массы. Вы печати не взрывайте. Прохильте. Полинора. Не прохили. Если есть стать Полинор, вставай. Дебафните Полинора. Ну, прохильте его, лёг. Послушай, если есть, закастуй гимн на ману. Андрей, когда не будешь танчить, зальёшь Иннер по скибиди.
Маша, как откатится Инар, зальешь по стреле. Кусяу отдал. Гера через 9 секунд сейчас будет под один Гера. Потом в ВВК сразу летим. Дайте Геру. Не лезь, если есть БР, дай по шнуркам. У меня просто твой БР не показывает. Не знаю. Не лежь, как откатится Инер, попослушай и зальешь. Маша, по себе закинь. Стрелья закинь на ману. Если есть у кого-то свободный гимн, закастуйте тоже на ману. Да, и там откатываются сейвы, просто тискайте. Не ждите, что он там скажет. Саш, стрель, выбери себе одного танка, на который кидаешь орехи. Вот тут кидаешь на всех подряд. Кусяо, Иннар зальешь, как откатится, сразу же по Маше. Опять же, если есть гимн, залейте. Свободно. В лужах не стойте. Хорош. Андрей уфолог, когда не будешь танчить, по ону зальешь. Ману забить. Иди пробуй с руки бить. Жага. Вешай Зорик в синюю жагу. Ну, все, вон восстановились гимна. Ничего страшного, уже добили почти. Все, поставил порт в Долоран, кому ничего не надо, летите на ИВК сразу. Удобно, конечно. Ну, у нас ДПСа меньше стало в общей сумме чуть-чуть, потому что люди одеты, некоторые не пришли. И в общей сумме чуть-чуть менее одеты. Ну, вот, путь вообще нормально, да. Саня, перетянешь из АФК, если нужен буду? А если б не сдох, нормально бы я там был. Окей. Блять, там одна секунда до Ваниша оставалась, я думаю, блять, ну давай, давай. И сука, нет, переагрился. Парольте, если кому-то надо вот это хуйта. Ну понял, никому не надо.